Давай, почему ты сидишь посредине дороги? Я хочу встретить царя. Почему ты остановил колесницу? Господин, девочка сидит посреди дороги. Она говорит, что хочет встретиться с вами, господин. Приведи ее ко мне. Дорогая, что ты хочешь сказать мне? Да, Махарадж, я пришла познакомиться с вами. Я пришла издалека. Видите, как я устала? Что с тобой случилось, дорогая? Что привело тебя сюда? Зачем ты искала меня? Я осталась совсем одна, Махарадж. У меня нет никого во всем мире. У меня нет ни папы, ни мамы, ни братьев, ни сестер. Никого нет. Я много плакала, и кто-то сказал мне идти к Махараджу, что вы примете меня как свою дочь. Ты знаешь, что я отправляюсь в длительное путешествие. Да, Махарадж, если вы не примете меня как свою дочь, знаете, что произойдет? Мне придется вернуться, я стану и умру на дороге. Нет, дорогая, тебе не придется идти назад. Садись со мной. Кто ты? Пхимпаласи, Махарадж. Это длинная история, почему меня так назвали. Ты спас мне жизнь. Скажи мне, какую награду ты хочешь? Сделайте меня своим помощником. Я не хочу ничего другого. Возьмите его с собой во дворец. Махарадж, такие вещи не должны случаться во дворце. Какого она происхождения, мы не знаем. Мы знаем, где она родилась, кто ее родители. Давать пристанище таким людям во дворце не следует. Ты пытаешься сказать, Живан же, что добродетельности нет в домах бедных людей. Не так ли? Я только хочу сказать, Махарадж, что существует дворцовый приют. Почему бы не отправить ее туда? Она попросила отца Махараджа отцовской любви. Что это за Махарадж, который боится выполнить желание ребенка? Шиванджи, ты можешь идти. Дедушка, я буду стоять здесь каждый день в это время и ждать, когда ты придешь. Какая наглость! Ты во дворце или в конюшне? Во дворце! Если бы лошадь была настоящей, было бы здорово. Осел! Не-а! Лошадь! Принцесса! Принцесса! Остановитесь! Дальше нельзя! Этот горный хребет! Очень опасные места!
Эй! Кто ты? Как ты здесь оказалась совсем одна? А ты? Отвечай мне немедленно! Кто ты такой? Эй! Куда вы повели моего коня? Это мои владения. Я правлю здесь. Здесь все принадлежит мне. Вот как? Все здесь принадлежит тебе? Да, без сомнения. И я думаю, ты тоже. Ах ты негодяй! Отпусти! Какие мягкие нежные пальцы. Даже если ты дашь мне пощечину, твои пальцы только погладят меня по лицу. Девушки всегда борются с теми, кого они любят. А ведь мы даже не знаем еще друг друга. Кто ты? Кто я? Ты что, слепой? Разве не видишь? А, теперь вижу. Как будто бы прямо сейчас луна взошла на небо. Эти темные облака целуют голову луны. Послушай, если я скажу тебе, что ты мне нравишься, что ты мне ответишь? Говори с такими, как ты, ниже моего достоинства. Ты разбойник. Ты тоже разбойница. Мы оба разбойники. Все вокруг разбойники. Я разбойник с гор. А ты разбойница с равнины. Верни мне мою лошадь. Верни мне мое сердце. Не смей мне говорить такие глупости. Я тебе приказываю, замолчи. Ты разве не знаешь, кто я? Я как раз и пытаюсь наконец-то узнать, кто же ты все-таки такая. Я принцесса. Ага, что? Я принцесса. Я принцесса. 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 Нет, госпожа принцесса, ты даже не умеешь красиво врать. Я знаю, что у Махараджа нет детей. Я принцесса. Конечно, конечно, вы принцесса. Поэтому я хочу пригласить вас посетить мое жилище. Я не приму отказа. Но я не могу принять приглашение. Тогда иди. Я же говорил тебе, что всякий, кто приходит в мои владения, должен выполнять мои приказы. Пошли. Садись. Садитесь. Lie, tear.
Ты довольна моим гостеприимством? Съешь яблоко, принцесса. Оно прямо с дерева. Да, на самом деле оно питалось моей кровью. Однажды я порезал свой палец, и я перевязал свою рану под этим деревом. Того, кто пытается уйти без моего разрешения, здесь стреляют. Понятно? Если бы я не помешал стрелку, ты бы мертво лежала здесь. Видишь, все из-за твоих дурацких шуточек. Как я буду теперь ходить? Зачем тебе ходить? Тебе нужен только предлог. Почему ты сердишься? Ты не такая уж и легкая. Кто тебя просил нести меня? Так лучше? Ты прекрасна, когда сердишься. А смех делает тебя еще более очаровательной. Thank you.
Это мои владения. Я правлю здесь. Даже лошади выполняют мои приказы. Мои ноги не лошади, чтобы выполнять твои приказы. चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर आए मेरा दिल मुझे वापस कर दो ओ मेरा दिल मुझे वापस कर दो ओ चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर आए मेरा दिल मुझे वापस कर दो मेरा दिल मुझे वापस कर दो दिल दे के जुदाई मुझे नहीं मंजूर है मेरा दिल मुझे वापस कर दो मेरा दिल मुझे वापस कर दो ओए चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर है मेरा दिल मुझे वापस कर दो मेरा दिल मुझे वापस कर दो नजर से के हमको सताए ना जरा कहे तो ये तिरछी नजर से के हमको सताए ना के हमको सताए ना मैं हूँ कोई वैर तो ये छेड़ मुझे भाए ना हो मैं हूँ कोई वैर तो ये छेड़ मुझे भाए ना मैंने प्रीत लगाई हुआ मुझसे कसूर है मेरा दिल मुझे वापस कर दो मेरा दिल मुझे वापस कर दो ए चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर है मेरा दिल मुझे वापस कर दो मेरा दिल मुझे वापस कर दो Извините, что помешал вам. Ну-ка, отвернитесь. Разве вы не видите? Мы им мешаем. Эй, кто ты? Я? Меня зовут Пхимпаласи. Пхимпаласи? Да, это интересная история. Во время Мабхарата мой отец служил Пхим, поэтому первая часть моего имени в честь него. Вот, слушайте дальше. А мой дед, во времена Паласи войны, поощрял диких лошадей. Вот почему меня назвали Пхимпаласи. Но вы, конечно, можете называть меня Пхиму. Что тебе здесь надо? Принцесса, я должен вернуть ее. Принцесса? Кто принцесса? Она и есть принцесса. Приемная дочь Махараджа. Да. Да. Ну что, съел? Пойдем, Пхиму. Ничего себе. Значит, на следующее свидание надо будет ехать во дворец. Двери дворца заперты для таких негодяев. Нет проблем. Я найду какое-нибудь окно или форточку. Молодой хозяин, старый хозяин зовет вас. Ты меня звал, отец? Да. Наше государство было в опасности. В свое время повстанцы хотели сменить правителя и убить нашего махараджа. Я, рискуя жизнью, постарался не допустить этого. Восстание было подавлено. В бою я потерял руку, ногу и глаза. Но я спас наше государство.
благодарность за это, Махарадж подарил мне эту усадьбу. Но что с тобой сегодня? Что произошло? Почему ты так расстроен? Нашему государству и жизни Махараджа снова угрожает опасность. Горные племена опять послали кого-то к Махараджу, чтобы убить его. Теперь я калека и хочу, чтобы ты взял на себя ответственность спасти Махараджа. Выполнить твою волю — это мой долг. Теперь поклянись, чтобы спасти жизнь Махараджу, ты будешь готов отдать жизнь, не раздумывая. Отец, не беспокойся. До тех пор, пока я дышу, я не допущу, чтобы был причинен Махараджу хоть какой-нибудь вред. Право. Тот, кто захочет напасть на Махараджа, будет убит моим мечом. Нет, сын. Только трус сразу использует свой меч. Храбрый человек, только в крайнем случае, верни его обратно. Храбрый извлекает меч из ножен, когда все другие способы оказались неудачными. Хорошо, отец. Того, кто уходит без моего разрешения. Здесь стреляют. Мне больно. Мне больно. Ты меня очень сильно ударил. Это мои владения. Я здесь правлю. Ты не можешь даже стоять. Без моего разрешения ты бы попала под пули. Ложись. Я бы попала под пули? Ты так хорошо выглядишь, корчишься от боли. Съешь это яблоко, оно наполнено моей кровью. Ай-яй-яй, Дживанджи! Я ухожу! Я ухожу! Чурбан неотесанный, ты прожил 10 лет у дворца, а так остался деревенщиной. Мы только играли, Дживанджи. Хотите яблоко? Ты так и не научилась, как надо вести себя во дворце. Ничего страшного не произошло. Не волнуйтесь, Дживанджи. Стой! Кто ты, проезжающий через мое владение без разрешения? Я еду во дворец. Во дворец? Зачем? Меня позвал репетитором принцессы. Во дворец, Махарадж. О, так вы будете во дворце учителем принцессы. Учитель немного погостит у нас. Относитесь к нему хорошо. Слезайте. Эй, убирайся с моего пути! Что ты такое говоришь? Эй, я не понимаю, говори на нормальном языке! Так значит, ты совсем ничего не понял? Оскорбляй меня, предупреждаю тебя! Я не оскорбляю. Это значит, что ты поймешь только, если у тебя в голове есть мозги. Но у тебя только дерьмо в голове. А? Что ты сказал? Дерьмо? Ведите себя прилично. Разве вы не знаете, что стоите перед принцессой? Прилично? Меня позвали сюда научить принцессу приличным манерам. Я учитель принцессы. О, так вы учитель? Да. А вы принцесса, наглая, дурно воспитанная и так далее, и тому подобное. А я должен научить вас хорошим манерам и так далее, и тому подобное, чтобы вы стали хоть немного цивилизованной. Ну что же, учите.
Встаньте прямо. Опустите руки. Нога. Вы что, издеваетесь? Сколько раз можно вам объяснять? Я больше не могу. Неправильно, неправильно, неправильно. Ворона никогда не превратится в лебедя. Неотесанный человек всегда будет неотесанным. Вы никогда не станете принцессой. Понятно? Учитель, вы покажете мне, как быть принцессой? Платок. Отойдите. Учитель. Если носить женскую одежду, то станешь женщиной. Без всяких сомнений. Так, 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 вы опять издеваетесь надо мной. Неправильно, 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 неправильно. Знаете, у меня есть разрешение Махараджа использовать любые способы, чтобы добиться результата. Я могу даже пороть вас, но я должен сделать из вас настоящую принцессу. Учитель, я здесь хозяйка. Я приказываю здесь. Неправильно. Я буду приказывать здесь. А вы будете подчиняться, потому что я ваш учитель. Здесь я ваш отец и бог. Понятно? Хорошо, учитель. Учитель, есть способ, при котором вы могли бы учить меня на расстоянии? Нет. Это единственный способ, который может действительно научить. Тому, кто хочет узнать, как следует достойно вести себя при дворе, и вы должны всегда говорить со склоненной головой, со своим учителем. Склоните свою голову. Ниже. Еще ниже. Слишком низко. Вот так. Что это за наглость? По приказу Махараджа, я учу его хорошим манерам. Прикрываясь именем Махараджа, вы совсем распоясались. Я научу вас хорошим манерам. Вы меня научите? У меня приказ Махараджа. Махарадж только сидит на троне. Здесь выполняются мои приказы. Взять его. Здесь нет никого из моих людей. Хорошенько научите господина учителя, господин Дживанджи. Он запомнит это на всю свою жизнь. Видите его? Принцесса, они посадили вашего учителя в медвежью клетку. Что? Да, дикие медведи. Они уже задрали много людей до этого. Shamanjali parvana aaya shamanjali o shamanjali parvana aaya shamanjali o karti aagam jal jaane ko aaj koi deewana aaya aaj koi deewana aaya shamanjali shamanjali parvana aaya shamanjali o aankh se nikle khushi ke aansu jab aap pe to pasana aaya jab aap pe to pasana aaya shamanjali
ओ क्षमा गली परवाना आया क्षमा गली दुनिया में दो दिल वालों का मिलकर बिछड़ना खेल नहीं है हाय खेल नहीं है दुनिया में दो दिल वालों का मिलकर बिछड़ना खेल नहीं है हाय खेल नहीं है जीवन भर का संग है अपना चार दिनों का मेल नहीं है जीवन भर का संग है अपना चार दिनों का मेल नहीं है ओ लौट के फिर महफिल में तेरी देख तेरा मस्ताना आया देख तेरा मस्ताना आया क्षमा जली ओ क्षमा जली परवाना आया क्षमा जली ओ क्षमा जली परवाना आया क्षमा जली मज थोड़ गन गिन तुन्ना फिर पुर फर छिन चुन्ना तुम क्या जानो आग पराई हो न सकेंगी तुमसे वफाएं तुम क्या जानो आग पराई हो न सकेंगी तुमसे वफाएं हमने जो फूका तन मन अपना जब भी तुम्हें जल जाना आया जब भी तुम्हें जल जाना आया क्षमा जली ओ क्षमा जली परवाना आया क्षमा जली ओ क्षमा जली परवाना आया क्षमा जली Смотрите, Махарадж, разве учителя ведут себя таким образом? Он мне кажется хорошим человеком. И отец, он такой хороший учитель, что я просто не могу это выразить. Вам и не нужно ничего выражать. Все видно по его лицу. Очень культурный и интеллигентный человек. Благодарю вас за эти слова. Мне кажется, что я уже видел вас, Махарадж. Я тоже подозреваю, что он лазутчик. Он проник во дворец, замаскировавшись. Ваши подозрения оправданы. Это ты, Радж? Да, Махарадж. Здравствуйте, Дживанджи. Радж, зачем ты притворялся учителем? И где настоящий учитель? Что ты с ним сделал? Настоящий? На самом деле, Махарадж, он заболел. Когда он въехал в наши места, он сказал, что не сможет доехать до дворца. Я пожалел его. Оставил учителя у нас. Пришел сюда. Я пытался учить принцессу. Хорошо. Хороший отец и хороший сын должны этим заниматься. Радж, теперь, когда ты здесь, будь моим гостем. Пойдемте, Дживанджи. Пусть учитель продолжит обучение. Мой отец думал обо мне сегодня. Я уже говорил тебе не один раз. Обращайся ко мне, Дживанджи. Если люди узнают о наших отношениях, моя честь будет опозорена. Но наши отношения нельзя изменить. Это кровное родство, отец. Даже если никто об этом не знает. Джохар, ты большой негодяй. Это ты большой отец, а я всего лишь твой сын. Зачем ты звал меня отец? Теперь слушай меня очень внимательно. Я всегда с почтением внимаю твоим словам.
В свое время отца Раджа Тхакура, который был так близок к Махараджу, я удалил от него, сделав так, чтобы Махарадж подарил ему поместье. Я знаю, это отец. Но теперь, прикинувшись влюбленным в Амбар, Радж стал близок к Махараджу. И это очень опасно. Особенно для тебя. Я посадил его в клетку к дикому медведю, но он убил его. Я понял всю опасность ситуации. Говори, что я должен делать. Следи за Амбар и Раджем. Или может случиться так, что они станут еще ближе к Махараджу, и тогда не будет никаких препятствий между ними и троном. Не волнуйся, отец. Сигнал? Ты зовешь меня, наконец, дедушка? Подожди, я скоро приду к тебе, твой костер не успеет потухнуть. Ты? Узнала меня? Да, вы были моим учителем до вчерашнего дня. Теперь я твой гость. Очень важный гость. И ты должна вести себя гостеприимно. Хорошо, садитесь. Я скажу, чтобы кто-нибудь разлег вас. А, нет. Я до сих пор не оправился от оказанного ранее гостеприимства. Я твой гость. И я хочу, чтобы именно ты меня развлекала. Расскажи мне что-нибудь. Расскажи мне что-нибудь. Слесарь гранат. Его привезли из Канхара. Съешь яблоко, его румянец перейдет от твоего рта на щеки. Это слышал, этот куплет? Милая моя, твои щеки, как яблоко. Где Амбар? О да, Амбар, 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 где Амбар? Амбар здесь нет нигде. Угу. Дедушка! Моя дорогая! Момент, которого я ждал, столько лет наступил, сегодня. Я тоже ждала этого момента. 10 долгих лет, дедушка. Теперь, малышка, твое сердце должно стать очень сильным. Пойдем со мной. Много лет назад у Махараджа был сын, который являлся наследником престола. Он убил его. Только потому, что тот осмелился самовольно жениться на простой девушке с гор. Махараджа не нужна была простолюдинка и ее потомство, чтобы неналично наслаждаться властью. Не понимаю, при чем здесь я? Знаешь же, девушка с гор — это была твоя мать, для которой двери дворца закрылись навсегда. Тогда она решила убить себя этим кинжалом. И вот она пришла на это самое место в отчаянии. Она бросилась вниз со скалы.
Дедушка. Амбер. Цветы с ее погребального костра, смотри, до сих пор лежат там. Их уберут только после того, как этот кинжал омоется кровью ее обидчика. Такова традиция у нас горцев. Я буду следовать этой традиции, дедушка. Клянусь этими великими горами. Я отомщу виновному смерти моей матери. Хорошо. Хорошо, мое дитя. Ты не должна забывать. Человек, виновный в ее смерти, это Махарадж. Тот, что воспитывал тебя, как свою дочь, эти 10 лет. Как это случилось, дедушка? Что произошло? И почему ты допустил? Что, я забыла свой долг? Ах, так вот оно что. Значит, эти 10 лет мы воспитывали во дворце не сироту, а убийцу. Зовите Раджа. Да, Дживанджи. Нам повезло, что вы гостите во дворце. Я случайно узнал, что Махарадж будет убит сегодня вечером во дворце. Махарадж будет убит? Да. Я ни за что не позволю этому случиться, пока я жив. Это именно то, что я ожидал от сына храброго Тхакура. Не волнуйтесь. Теперь моя тень будет бродить в каждом уголке дворца. Сынок. Как только Амбер убьет Махараджа сегодня вечером, ты уведешь ее оттуда. Махарадж? О чем мы с ним только что разговаривали? Я отправил его спасать Махараджа. Именно его я обвиню в убийстве и прикажу арестовать. Что насчет меня и Амбер? Если ты женишься на Амбер, то станешь полноправным наследником престола, понимаешь? Каждый твой поступок должен быть продуман сегодня вечером. Не сомневайтесь во мне, отец. Вот-вот-вот-вот. Слушай, великолепно, как великолепно, как великолепно написал поэт. Слушай, есть лишь просторы вселенной, покрытые тенью. Есть только крылья, чтоб вечно парить над мирами. Слушай дальше. Но и тогда, моя птица, мое вдохновение, бей о лазуревый воздух своими крылами. Понимаешь? Мне все равно, что это значит. Я хочу спать. Ты хочешь спать? Спокойной ночи. Завтра? А, какое великолепное хитростишье он написал. Мне даже кажется, что поэт выходит прямо из своей могилы. Послушай еще вот эти строчки. Вот. При одном твоем приближении не унять мне сердце биение. Ты позволишь мне спать? Ага. Так ты пришла закрыть дверь. Сегодня вечером двери должны быть закрыты. Закрыты? Почему? Что-то случилось? Да. Дикие звери пробрались во дворец. Теперь уходи, дай поспать.
Махарадж, что случилось? Моя нога, Махарадж. Махарадж, Махарадж. Слава Богу, вы живы. Что произошло? Дживанджи, Махарадж, свет вашего дворца внезапно погас. Поскольку я услышал крики из вашей комнаты, я привел с собой стражу. Стража, немедленно обыщите здесь все. Проверьте здесь каждый угол. Страшно? Привет. Стилет. А я его испугался. А здесь только череп и нет стилета. Почему вы кричите? Трусите! Смешно! Очень смешно! Thank you.
करो सबको निकाल मेरे सामने जो आए भला किसी की मजाल बोलो तुम टकरे मैं भी पूरे ग्यारह साल रहा जाके नैनीताल मैं जो लफा एक जमाऊं उड़े खोपड़ी के बाल बोलो छुप टकरे अलरिया माँ अलरिया माँ में जो आग बनी आज बोनी फूल गिड़ धागे तेना झूल धागे तेना झूल धागे तेना झूल Прекратите! Ты? А где Амбер? Амбер? Где Амбер? Амбер здесь нет. Как ты сюда попал? Я просто шел. О, Джован же идет. Что случилось? Амбер исчезла. Ты не только потерял Амбер. Считай, что сегодня ты потерял свой трон. Не говори так. Разойдитесь. Останови лошадь. Какой прекрасный цветок. Где? Да. Ты можешь достать мне этот цветок? Конечно. Подожди. Thank you.
Эй, куда ты уезжаешь? Амбер, стой! Вернись, Амбер! Эй! Остановись! Я знал, что ты вернешься, чтобы сделать это. Нет-нет, Петя не должна играть с этим. Отдай. Живан же, Джохар должен быть наказан, в любом случае. Почему? Нам нужно укреплять нашу армию, Махараш. Знаешь, я знаю, что тогда произошло. Один мальчик взял кинжал у девушки с гор. И убил другого мальчика, и он... Видите, как они себя ведут? Не вините их за это, Дживанджи. Если бы мы были с вами в их возрасте, то вели бы себя точно так же. Подождите, Дживанджи, о Джохаре мы еще поговорим попозже. Ты знаешь, если бы я сказал Махараджу, он сразу бы приказал казнить тебя. Если бы хотел, то ты мог сам убить меня. Но ты этого не сделал. Почему же? Потому что ты любишь меня больше жизни. Это не значит, что я буду стоять и смотреть, как ты будешь убивать Махараджа. Послушай, Амбер, я был послан сюда, чтобы защитить Махараджа. И даже убить убийцу, если в этом будет необходимость. Тогда послушай и ты, Радж. Меня тоже послали сюда. Махарадж — безжалостный человек, и мой долг — положить конец его злодеяниям. Махарадж жесток? Это неправда. Тебя обманули. Хочешь доказательства? Тогда пойдем со мной. Прежде чем я расскажу тебе все, ответь на мой вопрос. Спрашивай. Если бы кто-нибудь сказал тебе, что один негодяй вынудил твою мать покончить жизнь самоубийством, пронзив свое сердце этим кинжалом, броситься с этого обрыва вниз и принять мучительную смерть. Что бы ты сделал тогда? Посмотри на этот кинжал и ответь мне. Я бы вырезал сердце негодяю этим кинжалом. Тогда зачем ты пытаешься меня остановить? Позволь мне выполнить мой долг. Амбер, то, что Махарадж виновник гибели твоей матери, ничем не подтверждено. Необоснованно. Моя мать была женой сына Махараджа. Махараджу не понравилось, что принц женился на девушке с гор. Поэтому он приказал убить своего сына и навсегда закрыл двери дворца для моей матери. И тогда этот кинжал стал последним утешением несчастной вдовы. Цветы с ее могилы до сих пор лежат в ущелье. Их не уберут до тех пор, пока ее смерть не будет отомщена. Такова традиция у нас, горцев. Ну что, печальным получился мой рассказ? Да, Амбер. Так печально, что не выразить словами. Я знаю, Радж. Я чувствую, как твое сердце бьется. Тогда поверь мне. Может быть, убийца кто-то другой. Амбер, Махараш не мог этого сделать.
Может быть, кто-то обманул твоего дедушку? Мой дедушка никогда не ошибается, Радж. Человеку свойственно заблуждаться. Амбер, я должен встретиться с твоим дедушкой. Радж, не делай этого. Он может без разговоров просто убить тебя. Если с тобой что-то случится, я буду живым трупом. Ты все, что есть у меня в жизни. Я не смогу жить без тебя. Тогда обещай мне, что пока я не узнаю всю правду, ты не пойдешь во дворец. Обещать? Прикажи мне. Я сделаю все, что ты скажешь. Что? Что случилось? Это горы, а мы, горцы, не общаемся с чужаками. Тогда как же мы встретились? Случайно. Случайно? Да. Ты здесь бродил. И я пришла сюда случайно. О. Здесь есть кто-то еще. Я должна уйти. Пхиму. Здесь случайно оказался и Радж. Скажи мне, брат, не правда ли чудесная погода? Как ты здесь оказался? Случайно. Случайно? Как? Подожди. Ну, слушай, многие вещи происходят случайно в горах. Теперь, раз уж ты пришел в горы, случайно, значит, должен насладиться нашим гостеприимством. Случайно. Thank you.
случайно, ты по счастливой случайности случайно покачнулся и случайно упал в воду. Даже дедушка пришел случайно. Дедушка? Я случайно ошибся. А ты случайно прыгнула. И совершенно случайно промочил себе всю одежду. Тогда зачем ты пришел сюда? Случайно, когда я шел сюда. Я случайно почувствовал жажду. И случайно я нырнул сюда выпить воды. Выпей воды случайно. Я по горло сыт этими случайностями. Скажи, как мне наконец избавиться от этих случайностей? Ха-ха-ха, есть только один способ. Какой? Жениться на мне. Жениться? Ты готов? А ты согласна? Я уже сказала. А твой дедушка? Он даст согласие. Он согласится? Тогда чего же мы ждем? Беги быстрее и спроси наконец своего дедушку. Какая случайность? Они случайно согласились пожениться. Случайность. Кстати... о случайности. О, ты хочешь вылезти? Амбер! 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 Ты тупица, не понимаешь смысла этого прикосновения? И что это? Это означает, что Амбер выбрала тебя своим мужем в присутствии всех. Она выбрала меня? Да. И что мне теперь делать? Согласно нашей традиции, ты должен танцевать со своей невестой. Дедушка, как тебе ее выбор? Если Амбер выбрала, значит пусть так и будет. Ему. Эта нежная детка выбрала тебя своим мужем. Теперь вставай и танцуй с ней. Thank you.
तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मनहार एक आग ये सीने में हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मनहार एक आग ये सीने में जो बादल बन के छाई है तेरी जुल्फों की ये रंगत है जो बादल बन के छाई है जो बादल बन के छाई है तेरी आँखों की मस्ती है जो सावन बन के आई है मेरा दम जब तक रहे प्यार की चमक मेरे दिल के नगीने में रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मनहार एक आग ये सीने में हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मनहार एक आग ये सीने में पत का चले ऐसा जादू दुश्मन भी हमारे हो जाए हम दिल से हो दूर ना हो कोई मजबूर फिर आए मजा देने में झिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मनहार एक आग लिए सीने में हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मनहार एक आग लिए सीने में Химу, зачем они пришли сюда? Забрать тебя. Забрать меня. Чего ты испугался? Мой друг, у нас есть обычай. Жениха должны переодеть с головы до ног. Случайность. Могу ли я спросить, почему случайности касаются только меня? Этот обычай касается только жениха, дочери предводителя клана. Случайно. Случайность. Все? Ему. Выбрав Раджа своим спутником жизни, ты предала горы и наши обычаи кровной мести врагам. Понимаешь ли ты это? Дедушка, все, что я сделала сегодня, не случайно. Напрочь забыв о гибели своей матери, цветы на ее могиле лежат до сих пор, и убийстве своего отца, их убийца все еще жив. Я ничего не забыла, дедушка. Почему ты не понимаешь? До тех пор, пока Радж во дворце, я не могу отомстить, дедушка, за мучение мамы. И я не могу исполнить обещание, которое я дала когда-то тебе. Я выбрала его только из-за этого. Я этого не могу понять. Тогда знай, я могу забыть что угодно. Я забуду все на свете. Но не тебя. Мою маму. Эти горы и эту землю. Не обращай внимания на то, что происходит у тебя перед глазами.
Все это просто игра. Станет ли эта игра когда-нибудь реальностью? Не сомневайся во мне, дедушка. Я знаю. Радж женится на мне, чтобы остановить. Но когда наступит час расплаты, никто меня не остановит. Не будешь больше на меня сердиться? Отлично. Теперь ты выглядишь как настоящий жених. Ну где же невеста? Послушай, куда ты торопишься? Она же женщина. Женщины долго одеваются. У нас есть древний обычай. Жениху нельзя видеть невесту целых 7 дней. Ты не видел ее всего 7 минут. Это еще только первый день. Первый день? 7 дней? Я знаю, куда Амбер уехала. Радж, стой! Нет, отпусти меня. Пойми, Пхиму, отпусти меня. Невинный человек будет убит. Отпусти. Не пущу никуда. Отпусти меня. Невинный человек будет убит. Отпусти меня. Невинный человек будет убит. Отпусти. Амбер? Да. Где ты пропадала, дорогая? Я ездила к Раджу, чтобы посмотреть его поместье, отец. А Радж где же? Он... Отец попросил его остаться на несколько дней. Какой прекрасный портрет. Кто это? Мой сын. Что? Если бы он только был жив, он был бы мне опорой в жизни. Если бы я мог найти его убийц, я бы снял с них кожу живьем. Кто? Кто его убил? Это жестокие люди, которые считают брак между бедными и богатыми преступлением. Они убили моего сына только потому, что он осмелился жениться на девушке с гор. По какому праву они считают, что могут разлучать влюбленных? Что плохого он им сделал? Ведь люди с гор тоже заслуживают уважения. Вы действительно так думаете? Ты мне не веришь, дорогая? Ну что же, мне никто не верит. Все думают, что это я убил его. Мне остается только скорбеть в одиночестве. Я потерял моего сына совсем молодым. У меня была молодая невестка. Ее маленькая девочка. Они могли бы жить вместе со мной. Но судьба отняла у меня и их тоже. Моя невестка бросилась вниз со скалы, покончив с собой. Ее бедная девочка пропала. Где она находится и что с ней? Как бы я хотел ее найти? Отец, я та девочка. Я твоя внучка, Амбер. Дитя мое. Дитя мое. Как ты ошибалась? Скрывая от меня это все 10 лет. Это не ошибка, Махарадж. Заговор. Заговор с целью убить вас. Они ждали этого 10 лет. Я очень хорошо знаю этих горцев. Они жаждут вашей крови. Хотят отомстить вам. Видите этот кинжал? Это означает, Дживанджи, что этим людям причинили такое сильное горе, что даже моя собственная внучка собиралась сегодня убить меня. Да, отец. Их действительно смертельно обидели. Они все еще не забыли смерти моей матери. Мой дедушка считает, что это вы приказали убить своего сына.
Я поражен твоими словами, дорогая. Иди сейчас же к дедушке и скажи ему, что его предположения ошибочны. Также скажи ему, что я собираюсь оставить трон тебе и отправиться в паломничество, отблагодарить Бога за возвращение моей внучки. Также скажи, что им здесь рады. Дверь дворца всегда для них открыта. Иди же, моя дорогая, быстрее. Стража, Шиванджи. Да, Махарадж, давайте сыграем в шахматы. Амбер, тебя не содержат под охраной в этом дворце потому, что ты предала всех нас. Неужели я зря терпел боль разлуки с тобой эти 10 долгих лет? Скажи же мне, почему же у тебя из глаз сейчас текут слезы? Прости меня, дедушка. У меня руки дрожат. Неудивительно, что они дрожат, ведь ты забыла своих близких, свою мать, свой долг. Нет, нет, дедушка. Махарадж очень добрый. Он хочет оставить меня на троне, а сам отправится в паломничество. Паломничество? Для прощения грехов за свои подлые поступки или попросить силы для еще большей жестокости? Нет, дедушка. Он говорил, что будет рад тебе, что двери дворца всегда открыты для тебя. Если не веришь, приходи сам во дворец и убедись. Только мой труп появится во дворце. Если я и появлюсь во дворце, то только для того, чтобы своей собственной рукой убить Махараджа. Не говори так, дедушка. Махарадж позвал тебя из лучших побуждений. Какая ирония судьбы. Человека, который убил своего собственного сына, виновен в гибели матери, пытается защитить дочь погибших. Отец не мог приказать убить своего сына. Ты ошибаешься. Замолчи, девчонка. Если ты стала предательницей, это еще не значит, что и у всех горцев больше нет чести. У меня еще достаточно сил в руках, чтобы натянуть лук и самому наказать его за все злодеяния. Дедушка! Махарадж, вы отправили послание им с предложением дружбы, а они отправили эти трупы в ответ. Эти мертвые тела – доказательства, что они наши враги. Прольется еще много крови. Шиванджи, они не могут вести себя по-другому. Пока не разрешатся эти недоразумения, возникшие между нами так давно, это не недоразумение, Махарадж, это враждебность. Я уверен, что это недоразумение, которое превратилось во вражду за столько лет. Поезжай к ним сегодня же и привези сюда дедушку с уважением. Я хочу поговорить с ним, как с тестем моего сына. Но, Махарадж, Шиванджи, просто выполните приказ. Я привез приказ Махараджа. Убийцу, которого вы укрываете, схватить и привести во дворец. А что будет, если я все-таки откажусь отдать ее тебе? Тогда Махарадж приказал убить всех, кто окажет сопротивление. Этого не буду делать, дедушка. Ты решишься ослушаться Махараджа? Да. Но не потому, что боюсь вас. Я всегда уважал доблесть и независимость горцев.
Я знаю, что Махарадж совершил много зверств в отношении вашего народа. Даже сейчас. Нет такого дня, чтобы он не замышлял какой-нибудь подлости, чтобы убить вас. Ты пришел сюда, чтобы сообщить мне эту новость? Не только из-за этого, дедушка. Я пришел, чтобы протянуть вам руку дружбы. Я предлагаю вам объединить силы. И вместе свергнуть Махараджа с его трона. Я хочу, чтобы вы сели на трон вместо Махараджа, дедушка. Отойди. Нет. Я считаю для себя унижением объединяться с предателем. Мне совсем не нужен трон. Я хочу добиться справедливости. Как только мы добьемся справедливости, у нас не будет никакой вражды с Махараджем. Вы очень храбры. И очень наивный, дедушка. Человек, который, чтобы ни с кем не делить власть, приказал убить своего собственного сына Тхакуру. Теперь он хочет убить Амбер. Это он приказал сделать сына Тхакура Раджу. Что ты сказал? Теперь он приказал Раджу убить Амбер? Потише! Радж, смотри, кто пришел. Вот и прошли 7 дней. Вот и прошли 7 дней. Вот. Все псиву. Молчишь? Почему ты не радуешься? Ты же выполнила свою клятву сегодня. Радж, Радж, я не виновата. Не виновата? Ты использовала любовь мужчины, чтобы обмануть его. И теперь говоришь, что не виновата? Радж, Радж, поверь мне. Я действительно люблю тебя. Твои глаза, конечно, выражают любовь, но твое сердце наполнено хитростью и коварством. Поверь, Радж, я люблю тебя. Верь мне. Верить тебе? Быть обманутым еще раз? Покончим с этим прямо сейчас. Радж, Радж, я люблю тебя. Хватит. Не верю. Thank you.
всегда знал, что однажды наступит этот день. Тот, чьи чувства обманули, имеет право отвергнуть. Не только это. Он даже получает право притворяться влюбленным и затем выжидать момент для нападения. Интересно, кто же это, по-вашему, ожидает момент для нападения? Я или ваша любимая Амбер? Спросите у нее. Мне не нужно спрашивать ее. Я и так все вижу сам, что, притворяясь влюбленным, ты ждешь возможность убить ее. Это она изображала любовь. Я думал, все горцы честные, порядочные, держащие свое слово люди. Но, к сожалению, я жестоко ошибался в порядочности горцев. Все вы подлые обманщики. И вы, и ваша семья. Прикуси свой подлый язык. Не забывайте о порядочности, дедушка. Соблюдайте хоть немного приличия. Приличия? В том, что вы с отцом убиваете людей, получая за их смерть имение в качестве вознаграждения. В этом порядочность. Ваш возраст и уважение остановили меня, дедушка. Иначе я бы прямо сейчас рассчитался с вами за оскорбление моей семьи. Лжец хочет закрыть рот, который говорит правду. Что ты говоришь, дедушка? Наивная девочка, я говорю истинную правду. Он никогда не любил тебя. Он тебя обманывает. Он подлый убийца. И тайно пытается убить тебя. Это неправда. Я говорю тебе правду. Он сын того убийцы, который, движимый алчностью, убил твоего отца. И сегодня он также пришел сюда, чтобы убить тебя подобным образом, так чтобы ты не стала наследницей престола. Это неправда, дедушка. Что неправда? Разве не правда, что твой отец приказал тебе следовать, как тень за Амбер во дворце? Скажи. Мой отец приказал мне, если кто-нибудь будет покушаться на жизнь Махараджа, использовать любые средства. Я должен даже убить убийцу. Теперь ты видишь, Амбер? Он сам признался во всем. Зачем он пришел сюда? Почему сделал вид, что любит тебя? Чтобы устранить появившуюся помеху единовластия, только для того, чтобы подло убить тебя. Тогда Махарадж подарит и ему поместье. Нет, дедушка. Если это было правдой, я бы была уже мертва сегодня. Если бы он только сказал мне, я готова была убить себя для него. Радж, скажи, что это неправда. Что твой отец не убил моего отца. Скажи, Радж. Если будет доказано, что мой отец виновен во всем этом, я обещаю, что сам приведу его сюда к вам на суд. Хорошая отговорка, чтобы сбежать. Но кто позволит тебе остаться в живых здесь и сейчас? Стервятники будут парить над твоим трупом в этих самых горах. Дедушка, умоляю, отпусти его! Амбер! Любовь может ослепить тебя, но не меня. Хватите мошенника! Нет, возьмите дедушка. Его! Очень странное место. Горы настолько высоки, что касаются небес. А люди так низки, что нарушают законы гостеприимства и нападают на своих гостей. Если собираетесь убить меня по ложному обвинению, дайте ему возможность все выяснить самому. Дедушка, я тоже дочь этих гор. Но я думаю, что Радж прав. Человек просит дать возможность защитить свою честь. И если мы не дадим ему такой возможности, то такая несправедливость опозорит нас в глазах людей. Хорошо. Иди, Радж. Но только помни, если ты не вернешься, то огонь любви Амбер к тебе, горящий в ее сердце, превратится в пламя, которое сожжет тебя. Он больше никогда не вернется, Амбер. Мое сердце говорит. Радж вернется. А дедушка приехал вместе с вами? Нет, Махарадж. Хотя я уговаривал его приехать и встретиться с вами во дворце.
Он наотрез отказался приехать. До тех пор, пока не получит Махараджа официальное письменное приглашение. Так давайте отправим ему приглашение. Я уже приготовил его. Вам осталось только подписать. Отлично. Я с радостью подпишу это приглашение. Арестовать его. Дживанджи, что это значит? Согласно этой бумаге, которую вы только что подписали, вы передали все административные полномочия мне, а сами отправились в паломничество. Дживанджи, вы не сможете долго прикрываться этой бумагой и держать меня в темнице. Опасайтесь гнева Божьего. Бог никогда не простит вам этого вероломного предательства. Уведите его. Одну колючку вырвали. Осталось вырвать вторую ядовитую. Отец, это правда, что всю свою жизнь ты лелеял мысль убить наследника престола? Почему ты молчишь? Правда, что твоя самая заветная мечта была такой. И ты задумал также Амбер убить. И я должен был убить Амбер своими руками. Скажи, что это все ложь? Что это все ложь? Чтобы мир не мог сказать, что сын арестовал своего невиновного отца. Потому что я обещал, если ты действительно убийца, я сам арестую тебя и отведу к дедушке. Скажи мне, отец, ты слышишь? Я обещал. Я обещал. Скажи.
Введите его и посадите в темницу. Видишь, Джохар, как сработала наша ловушка? Теперь слушай. Все понял, отец. Дживан же. Дедушка, случилось то, чего я опасался. За вашего поступка я не могу показаться на глаза Махараджу. Я ручался за вас своей честью перед Махараджем. То, что вы недавно совершили, позорит меня. О чем ты говоришь? Я говорю о том, что ваши люди украли лошадей Махараджа. Ложь. Неправда. Это все ложь. Дедушка, правда всегда очевидна. Пойдемте со мной. Я покажу вам следы копытых лошадей. Я тебе не верю. Это какая-то хитрость. Если следы недалеко, пойдемте и посмотрим. Пошли. Смотрите, вот следы копыт. Пройдите еще немного вперед, и вы сами увидите, как много лошадей было украдено. Смотрите. Подожди, пусть Живан же немного отойдет. Хорошо. Дедушка! 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 Видишь, моя дорогая, как обманывают людей, живущие во дворцах. Я никогда не видела такой подлости. Подлые обманщики. Он обманул и убил тебя. Человеку, который мог убить своего сына. Это очень просто для него, Амвер. Дедушка, я все поняла сегодня. Надеюсь, ты не будешь больше доверять ему, дорогая. Да когда, дедушка? Не забывай о цветах с могилы твоей матери. Я никогда не забуду. Дедушка! Дедушка! Махарадж! Я знал, что ты придешь сюда, размахивая кинжалом. Дживанджи, где Махарадж? Теперь я вместо Махараджа. Можешь сказать все мне. Скажите мне, Дживанджи, где Махарадж? Махараджа больше нет. О, как сын Махараджа пропал без вести? Так и Махарадж тоже пропал. Правда, Дживанджи? Замолчи, Амбер. Или ты тоже пропадешь бесследно. Никто тебя не найдет. Не старайтесь испугать меня. Я никогда не забуду, как вы обманом завладели троном Махараджа. Говорила мышь горе, что на самом деле ее нет. Но внезапно с горы скатился маленький камешек. А от мыши просто осталось мокрое место. Как тебе эта притча? Не забывайте, Дживанджи. Если Бог захочет, то даже горы разрушатся в один момент. Никто не может мне помешать. Возьмите и посадите ее в темницу. Надо мной сияет звезда. Что бы я ни задумал, все исполняется.
Все препятствия на пути моих амбиций и честолюбия устранены. Теперь все это мое, только мое. Это королевство, трон, корона. Все это принадлежит мне. Джохар, ты? Но. Ты послал меня к дедушке, чтобы я убил его. А своих людей убить меня. Но ты ошибся, отец. Твой последний трюк не сработал. Мне удалось выжить. Джохар, если заботишься о своем... Замолчи, я хочу трон. Я исполнял каждый приказ из-за этого трона. Я убил сына Махараджа. Я убил отца Раджа. Я также убил дедушку. Но не для того, чтобы ты сидел на троне. Заткнись! Эй, кто там? Я не такой дурак, отец. Теперь я даю приказы в этом дворце, а не ты. Приведите Амбера из темницы. हजार जमाना सच कहता है
जमाना सच कहता है दर्द का है बाजार ये संसार जमाना सच कहता है Боже мой, сын мой, Радж, эй, отстань от меня, что ты делаешь, как тебе не стыдно, мой сын, я пришла, мой дорогой, откройте дверь, откройте дверь, откройте дверь, Радж, я пришла, сын заперт, откройте дверь к сыну, откройте дверь к сыну. Мама, сын, мама, сын, мама, сын, мама, сын, мама, сын. Змея, там змея, там змея. Где? Змея, охранник, змея, там змея. Где? Вон там. Пойдем. Нет, подожди. Джохар посадил Амбер в темницу. Ну и что мне делать? Что тебе делать? Странный ты человек. Ты разве не знаешь? Амбер любит тебя. Я очень хорошо знаю, как она любит меня. Что ты знаешь? Мы, жители гор, очень гордые. Вот почему она такая неприступная? Но она любит только тебя. Тебе нравится это? Нет. Тебе понравится это? Нет. Нет? Тебе не нравится ни то, ни другое? Тогда что тебе нравится? Мне ничего не нравится. Вы наглые обманщики. Что вы мне говорили про свои товары? Что у вас есть всякие замечательные вещи, да? Это все, что у вас есть? Господин, не беспокойтесь. Смотрите дальше. Смотрите дальше. Меч, господин. Меч. Кошка, господин. Кошка. Кувшин, господин. Кувшин. Праздничный колокольчик, господин. Праздничный колокольчик. Чудесный чайник. Чудесный чайник, господин. Господин, поздравляем, поздравляем. Вот музыкальный инструмент. Живая собака. И то сама. Чудесный котик из Гималаев. Живой кролик. И то сама. Мертвый леопард из Бирмы. Уберите это все. Мне ничего не надо. Зачем так говорить? Случайно здесь еще кое-что есть. Подождите, господин. Подождите. Вот оно, вот оно. Подождите, господин. Сейчас еще достану. Свадебный наряд горского жениха. После того, как жених наденет его, он не может видеть невесту в течение 7 дней. Я не настолько глуп, чтобы не видеть свою невесту целых 7 дней.
Но, господин, по случайности такая традиция. У горцев, по случайности. Посмотрите на это. Подождите. Сейчас, сейчас. Вот, так же случайно. У меня есть свадебный наряд невесты. Мне он очень нравится. А, видите, господин? Я тебя тоже очень люблю. Что ты меряешь? Я говорил это от вашего имени. Очень хорошо, очень хорошо. Я очень доволен тобой. Ты смог развеселить мою невесту. Господин, если вы еще разрешите мне, у меня будет еще одна просьба к вашей невесте. Какая? Господин, посмотрите на это, посмотрите на это. Господин, мы запускаем великолепные фейерверки на свадьбу. Они так грандиозно взрываются, что все забывают о том, зачем здесь собрались. Если вы позволите, мы бы хотели исполнить веселый танец на вашей свадьбе. Да, да, такой замечательный танец, что все запомнят его на всю оставшуюся жизнь. Конечно, конечно, буду рад видеть вас. А, господин... Мы танцуем не одни. У нас очень большая труппа танцоров, и необходимо ваше разрешение, чтобы их всех пустили внутрь дворца. Вот тебе мое кольцо. Покажешь его стражнику у ворот. Уходи. И ты тоже. Видишь перстень нового махараджа? Он пригласил бывшего махараджа на свою свадьбу. Ты что, не узнаешь перстень нового махараджа? Открывай дверь немедленно! झूठी बात को सच्चा कर दूं मेरा दाव है पक्का लाया हूँ संदूक में भर के नैनों की बंदूक किसी में रंग रूप के छत्ते नाके बनकर ताश के पत्ते अक्कड़ बक्कड़ लोहे की चक्कर लाल कुझक्कड़ चल कल करते हूँ टिक्की चौवा नाचे नाचे पंजा छक्का धूम धड़कता हो मिल 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 धूम धड़कता बोलो मिल मिल धूम धड़कता धूम धड़कता धूम धड़कता बेकूटन कौवा लखनऊ के चौराहे पे हो लखनऊ के चौराहे पे अरे वाह रे बेटा वाह वाह मैं पंजाब पंजाब का हूँ मैं कोलंबो का छक्का हो चढ़खन चढ़खन दई चटाका टम्बकटू से आया हूँ मैं टम्बकटू से आया हूँ अक्कड़ बक्कड़ लोहे की चक्कर लाल बुझक्कड़ चल कल करते हूँ सत्ता अट्ठा नैला दहला नाचे जैसे चक्का hey!
नाम है सत्ता मेरा सात तकों का भत्ता मेरा सात तकों का भत्ता मैं अच्छा हूँ तंबक तू के राजगुरु का पट्ठा हूँ मैं एक नहला पंखा चहला कुछ मीठा कुछ खट्टा हूँ वो कुछ मीठा कुछ खट्टा हूँ सत्ते अड्डे नहले कच्चे नहला हूँ मैं पक्का पटखन चटखन दई चटाखा टम्बकटू से आया हूँ मैं टम्बकटू से आया हूँ अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कर लाल कुझक्कड़ जल कल करते हूँ महल में एक दरबार लगे गाते को धूम धड़का मैं हूँ हुक्म का गुलाम और देखो लाया हूँ पैगाम राजा की सवारी आती है संग राजकुमारी आती है राजकुमारी आती है राजकुमारी खामोश न कर बकवास खामोश न कर बकवास तुझे इस महल में रहना होगा महल में रहना होगा महल में रहना होगा प्यारी है तुझे घर जान तो हमको प्रीतम कहना होगा प्रीतम कहना होगा प्रीतम कहना होगा ले जाओ इस नागन को दे दो किसी कुएं में धक्का ले जाओ इस नागन को दे दो किसी कुएं में धक्का हो धूम धड़कता हो दिल मिल 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 धूम धड़कता बोलो मिल मिल धूम धड़कता धूम धड़कता बोलो 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 धूम धड़कता अटखन चटखन दई चटाखा अगड़म बगड़म भई मटाखा खबरदार मेरे प्यार की रानी को जो कोई हाथ लगाएगा कोई हाथ लगाएगा कोई हाथ लगाएगा तो वही वही मुंह की खाएगा अपनी जान गवाएगा वही अपनी जान गवाएगा वही अपनी जान गवाएगा बम्बकबू बम्बकबू से आया हूँ मैं लेके झूम झलकता बम्बकबू से आया हूँ मैं लेके झूम झलकता सच्चे खेल को जूता कर दूं मेरा दाव है पक्का हो धूम धड़कता हो दिल मिल 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 धूम धड़कता बोलो मिल मिल धूम धड़कता अटखन चढ़खन
कर दई जटाखा जा 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 इस राज में तेरा चल न सकेगा सिक्का जान सके तो जान ले मुझको मैं हूँ तुरप का इका अरे मेरी ताकत देख मैं चौवे को बना दूं नहला और मेरा लोहा मान के मैं पंजे को बना दूं दहला अरे मैं चाहूँ तो दुखी में सत्ते का रूप दिखा दूं और मैं चाहूँ तो राजा को चिड़िया का गुलाम बना दूं अगड़म बगड़म बई मटाखा टपक टू से आया हूँ मैं अड़खन चढ़खन दई चिटाखा टपक टू से आया हूँ मेरे हुक्म से जाओ पत्तो राजमहल से टपक टू तेरे हुक्म से नाचो पत्तो ताक बिना दिन बम पकड़ू हूँ बम पकड़ू हूँ बम पकड़ू हूँ अक्कड़ पक्कड़ लोहे के चक्कर लाल चक्कर चल चल करते हूँ 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 सत्तर ऊंट बहत्तर घोड़े लाद के लाए बावन बत्ते हूँ 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 अड़खन चढ़खन दई चिटाखा अगड़म बगड़म बई मटाखा दई चिटाखा बई पटाखा दई चिटाखा Ты меня звала? Ты меня звала? Джохар сбежал. Бежал? Пускай убегает. Ты, должно быть, шутишь. Я за Джокер. 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 Махарадж, он убийца вашего сына и моего отца. Молодец. Твой храбрый отец гордился бы тобой сегодня. Амбер, ты законная наследница трона и королевства. А я Махарадж. Радж будет твоим надежным путником в жизни.